Приехал, как ясно солнышко, на один денечек и уезжает. Друзья, сделаю вам нарезку небольшую. Сейчас же уедет. Вот показывай, я пошел делать. Да, вчера. Вчера вот это мы все сделали. Ну, я вам там расскажу, наверное. Установили посудомоечную машину. Вчера я уже включала ее. Какое счастье, что я ее привезла с бывшей московской квартиры. Посудомоечная машина Bosch. Кто будет мыть посуду? Bosch. Вот. Вчера уже мыла посуду в ней. Она аж скрипит после мытья. Не вот. Машина, посуда. Да, посуда скрипит. Кристально чистая, конечно. Буду использовать ее не каждый раз, но вот так вот иногда помыть стаканчики, которые хочется видеть без пятен, без натирания, конечно же, в ней. Ты расскажи про проводку, про кабель. Да, сейчас я вам покажу, вот что Лешек делает. Вот видите, здесь столешница. А вот такая. И там вот надпись вот с обратной стороны, с изнаночной, нашим вязальным языком. Вот хотим это все устранить, чтобы не было видно вот этих букв с изнаночной стороны столешницы. Вот сейчас Лешик вырежет мне кусок кварц-винила, и потом я приклею. А вчера я на радостях, когда Лешик установил эту стиральную машину. Посудомоечную. Да, посудомоечную машину. Извините, в общем. Ты скажи, что мы еще вот этот угол доделали. Да, я все расскажу, Лешенька, ты не переживай. Я не переживаю. Вот, в общем, там нужно было покупать специальный тройник или двойник, не знаю, как сказать, чтобы подключить стиральную машину, ой, посудомоечную машину. Вот там это все видно. Ну, в общем, Лешик ходил 3 раза в магазин. Сначала за этим тройником, за этим краном или за этой врезкой. А потом, когда подсоединили, и как хлынула вода на Варшавке-то в московской квартире, там же был выход еще под стиральную машину. Стиральная машина у нас вообще сейчас стоит в другом месте, в нашей ванной комнате. Вот, поэтому пришлось бежать за заглушкой. Сразу-то все не предусмотреть. Но все работает, все хорошо. И вот как только Лешик подсоединил посудомоечную машину, я сразу ее включила. Включила, и она была включена вот в эту розетку. Кстати, розеточку тоже Лешик прикрепил. И поменял. Да, и провод от этой, ну, так скажем, удлинитель шел вниз. И включалось все это вот там внизу, кухни. И этот провод очень грелся, он был просто горячий. Хорошо, что я включила эту посудомоечную машину, и мы увидели вот эту неполадку. Алешик это проверил. Алешик подошел и говорит: о, так нельзя, чтобы провод грелся. Это очень чревато, это значит пожароопасно, и давай мы быстрее все это дело устранять. Побежал опять в магазин. Уже под шапочный разбор, можно сказать, под закрытие. Но успел купить еще вилку и купить мощный кабель. И сделал вот здесь вот, вот эту вот проводку. Вилочку вот эту подсоединил к этому мощному кабелю. Вот вы сейчас его видите, вот этот белый кабель. И он идет вниз под столешницу, и там внизу... Две, ну, розетка,
которую включается, во-первых, духовка, потому что мощно, и пьезозажигалка, это я имею в виду вот этот электрический розжиг. Кстати, очень удобно. Это все, что включается в эту розетку. Но сюда еще была и включена посудомоечная машина. Мне страшно подумать, если бы я захотела испечь хлебушек и помыть посуду, то есть сразу включить и посудомоечную машину, и духовку, это наверняка был бы пожар. И вот мы решили разнести посудомоечную машину в отдельную розетку, там другая линия, так скажем, разгрузить вот эту розеточку, и чтобы в эту в эту розетку включается только пьезозажигалка от варочной панели и духовка. А вот в эту розеточку она, кстати, будет переноситься. Здесь этой розетки не будет. Будем делать фартук. И здесь вот эта розетка будет крепиться вот так к шкафу. Это будет очень удобно и красиво. Ну а пока вот так. Вот он этот мощный кабель. Сейчас я включу подсветку, который Лёшек купил. Вот эта вилка, которую он подсоединил. И в эту розетку подключается только наш мини-холодильник и посудомоечная машина. То есть мы разгрузили розетки. Вот эту, кстати, штучку сейчас Лёшек достал. Это вот та штука, которая шла от... Елена Ивановна. Что? Надо будет как-то, видишь, иначе... Нужно двигать холодильник. А у тебя там уже... Ну, попробуй. Попробуй немножечко его. Вот хоть и то... Вот и все. Вот и красота. Я просто покрашу вот этот торец в темный цвет. И у нас не будет видно здесь вот этих букв. Все отлично. Нет, не отлично. Почему? Потому что... На клей посажу и все, Лешек. Надо еще подбивать туда немножко. Ну, подобьешь. Сейчас. Не дает мне тут. Ага. А вот это надо будет немножко полить. А, да. А вот эту штуку, друзья, это опять технологическая фигня, которая идет с мебелью. Ну, это упаковочная, так скажем, фиксирующая шкаф и мебель. Я просто вырезала. Это на выброс, но у нас ничего не выбрасывается. Лёшек просто размерила, Лёшек вырезал эту штуку, которая вставляется вот сюда, вот в эту нишу, чтобы вот здесь было красиво, закрывает. Ой. А у Лёшика поезд через час. А мы еще работаем, да, Лёшек? Вот и все. Какие у тебя мощные руки. Друзья, у нас дом сейчас как отель. У меня Анечка говорит: мам, у тебя хатка по-украински очень сильно изменилась и напоминает какой-то отель. Ну, на самом деле мне это льстит. Но мы проделали очень много работы по улучшению нашего пространства. Сейчас все здесь по-другому выглядит. Я потом, когда мы сделаем полностью ремонт, я покажу, ну, как бы, как было до, найду это видео и продемонстрирую вам, напомню, как было до и как после. Ну, все открывается, Лёшек, все замечательно. Вот мы убрали эти буквы. Видите, как замечательно. Кстати, друзья, смотрите, какой фартук здесь. Это тоже кусок от столешницы. А вот здесь это ламинат, который я нашла в доме. Это оставили старые хозяева. Я немножко, естественно, сегодня
изменила крепление, передвинув вот эти штуки сюда. И у меня остался кусочек. Сейчас я вам его постараюсь показать. Вот там, видите, который мне нужно заделать. Вот стоит этот ламинат. Сейчас Лешика провожу и сделаю вот здесь вот, доделаю этот фартук для кухонных ножек. Вот сейчас я сяду, покажу вам, как это красиво смотрится. Вот, все пошло в дело. Даже кусочек отпиленной столешницы я сейчас вот делаю для вас акцент. Вот, это столешница под посудомойкой, которая служит фартуком внизу. И мы здесь вообще ничего не делали. Вот как отпилили этот кусок столешницы, потому что она там была некрасивая. И он пригодился вот сюда. Ну, а здесь вот этот ламинат. Все прекрасно смотрится. Вот, Лешик там сейчас пилит что-то. А, он отпиливает вот эту вот плашечку. Вот. Сейчас мы ее сюда поставим. И все. Сейчас пока у нас здесь склад инструментов, чтобы это не валялось, поскольку ремонт продолжается, но чтобы было красиво, на кухне ничего не валялось. Интересно. Девки пляшут. Что, Леш? Ну, все хорошо же. Да не хорошо. Ну, еще немножко подпили, подровняю этим напильничком. Вот здесь вот надо, видишь? Она в распор входит. Она в распор туда отлично входит. Немножко впихни ее. Она входила. Почему сейчас не входит? Молоточком подбить. Посмотрим. Что-то там. А этот холодильник-то стоит нормально? Нет, ноги холодильника. Мертво. Ноги нормальные. Да? А почему изменилось вверх? Потому что мы... Ну, мне кажется, там вот просто впихнуть в распор и все. Это тебе кажется. Снимай. Вот она, видишь, иначе. Ну, напильничком, давай напильничком подровняем. Сейчас мне по ней надо кое-что. Ну вот и все. Децл. Все. Отлично, все работает, закрыто, красота. Даже здесь приклеивать не нужно, что ли? Ну как, можешь, надо приклеить, можешь, да? Можешь не приклеивать. Вот. Так что вот такая, друзья, красота. Я уже ощутила прелесть вот этих всех поверхностей. Как же удобно, когда их много. Я не знаю, как я раньше жила без вот такого количества столешниц. Сейчас это просто песня. Кстати, вчера пекла пирог. Которого здесь уже нету. Да, Лешик уже собирается в дорогу. Здесь вот котлетки у него, пирог, чай. Вот часть этого пирога. Очень вкусный фруктовый пирог. Я вам как-то уже давала рецепт. Есть видео. Там яблоко, банан и апельсин. И заливается, ну, тестом. Если найду ссылку на это видео, я вам покажу. Ну, на канале есть. Очень вкусно и, я бы сказала, мало калорийно. Там всего 170 грамм сахара. Вот так вот, друзья, сейчас выглядит наша кухня. Потихонечку все продвигается. Все встает на свои места. Останется сделать фартук на кухню. Я имею в виду вот здесь вот закрыть кварц-винилом. Кстати, очень хорошо моется кварц-винил. Вот по всему периметру. Здесь уже я закрыла, как вы помните, вот эту вот часть, где наша котельная. У нас сегодня на улице пасмурно.
Может быть, выйдет солнышко, по погоде вроде как должно. Но пока пасмурно. Коты наши спят. Монечка. Монька. Моня. Крепко спит. Вот. И Кузьма, посмотрите, в какой позе. Кузя. Кузьма. Вот это поза. А там у меня лежат семена. Сейчас буду смотреть, что там еще можно посадить. На днях я сделала мини-парничок. Не знаю, в этом видео или, может быть, в следующем расскажу вам. Вот, без 5-9. В 10-10 у Лешика поезд. Буду его провожать. И чтобы не грустить, пойду в сад-огород работать. Очень классно получился у нас этот уголок. Сейчас вам покажу ракурс, когда из спальни. Это смотрится вот так. Нужно купить мне специальный контейнер для мусора. Потому что теперь мусорное ведро сюда не влезает. Потому что 30-ка, 30 сантиметров всего дверь. Вот. В фикс-прайсе я видела такие контейнеры. Сейчас я включу свет. Как-то света не хватает. Вот. Вот так вот сейчас это смотрится. В общем, дом преображается. Как вы поняли, вот это столешница, которая служит опорой. Вот так вот. Там не убираю пылесос, потому что сейчас буду опять пилить лобзиком, чтобы доделать вот этот кухонный фартук для ножек. Вот там кусочек. Поэтому пылесос уже наготове. Вчера много было пыли. Лешек пилил столешницы. Торцевые панели, кстати, я заказывала. Еще даже лишние остались. Ну, лучше лишние, чем не хватает. Вот здесь вот торцевая панель другого уже плана, которая соединяет вот эту столешницу и вот эту. Она там такая округлая металлическая часть. Вот эта. В общем, красивая, друзья, кухня получилась за небольшие деньги. Кухня Верона. Напомню, что стоит она вместе с техникой, вместе со смесителем, мойкой, духовкой, варочной панелью, вытяжкой 100 тысяч рублей. И вот такого размера, я думаю, что это очень хорошая цена для кухни. Вот здесь вот еще можно включить подсветочку. Вот так вот сейчас выглядит наш домик. Конечно же, не узнать. Да. Ой, немножечко грустно. Ну ничего, скоро месяц май. Лешик приедет в отпуск. Будем заниматься крышей. Нужно будет очистить ее от ржавчины. Съездим в гости к Танечке. Танечка, привет! Я знаю, что ты меня смотришь. Очень хочется посмотреть, как живет Танюшка. Вот. Взять у нее немножечко саженцев. Вчера Танечка мне пообещала. Приезжайте, буду вас ждать. Накопаю вам и смородины, и крыжовника, и клубники, и малины. Я знаю, что у Танечки очень хорошие сорта всего этого. В общем, вот, Танечка, жди нас. Приедем в начале мая. И буду сажать. Буду сажать.
вчера Google мне подсказал, ну, напоминание, что было год назад. Так вот, год назад, друзья, весна была немножко ранняя. Уже были листики на деревьях практически. В этом году какая-то поздняя весна. Ну, бабушка мне... Бабушка мне говорила, что когда поздняя Пасха, завтра Пасха, кстати, друзья, с чем я вас поздравляю. Пусть в жизни вашей все будет хорошо. Самое главное – здоровье. Так вот, когда поздняя Пасха, поздняя весна. Наверное, все-таки эти правила сохранены. Вот такое спонтанное видео сняла для вас. Наверное, на этом буду заканчивать. Нужно уже одеваться, провожать Лёшика. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока!